Бросание баскетбольного мяча в кольцо, метание дротиков, скандинавская ходьба и другие спортивные состязания. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы проводим очередной ежегодный традиционный открытый турнир, посвященный Дню независимости России. В этом состязании участвуют как взрослые, так и дети. На спортивный праздник также приехали юные участники из школ для детей с ограниченными возможностями здоровья «Гармония» и «Надежда». Что мы сегодня собрались и очередной раз покажем и себе, и докажем всем вокруг, что наши возможности безграничны. Я поздравляю вас с этим чудесным праздником спорта и отдыха. В этот день в парке все участники соревнований смогли зарядиться отличным настроением. Но организаторы, в свою очередь, пообещали и дальше придумывать интересные активности. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».